Сводный отряд быстрого реагирования «Гром» демонстрирует приемы рукопашного боя с элементами защиты от огнестрельного и холодного оружия. Готовность к решению боевых задач они отрабатывают на регулярных тренировках. А сегодня время показать свое мастерство для всех. На площади Куйбышева традиционный смотр Самарского гарнизона полиции. Дважды в год они выходят, чтобы город знал: «Моя полиция меня бережет». Какой детективный сюжет без погони? Спецбатальон ДПС ГАИ показывает пример задержания опасного преступника. Патрульные машины виртуозно блокируют транспортные средства. Хорошо, что в жизни такие ситуации – редкость. А вот четвероногий друг – теперь постоянный спутник полицейских кинологов. Зачастую инспектора с собакой можно встретить и в составе народного контроля и добровольной народной дружины. Как дела на службе у добровольцев, ответ сегодня держат перед генералом. Светоотражающие жилеты, они делают свое дело. Да, видно, вдалека, как говорится. И наряды делают свое дело. И вот, что бы ни говорили, уже всем понятно, что и народный контроль, и ДНД – это не профанация. Правильно, девочки? Да. Правильно. Все. Дмитрий Сидоров – сотрудник ДНД со стажем, но уже совсем скоро будет зачислен в штат. А сегодня его наградили почетной грамотой за задержание вооруженного преступника в троллейбусе. Говорит, что патрулирование города с недавних пор из увлечения стало призванием. Втроем, то есть стоит патруль. Подозрительных лиц смотрим. Лиц, которые в нетрезвом состоянии. Может, они не в трезвом, а в наркотическом опьянении находятся. То есть останавливаем, спрашиваем, досматриваем. И, несомненно, один из самых важных элементов службы – внешний вид. Инспектор должен быть всегда в порядке. Тогда и правопорядка будет больше. Я всегда стараюсь быть примером для сотрудников органов внутренних дел. Вам кажется, сегодня генерал Солодовников представительно выглядит? И я хочу, чтобы они выглядели так же. Я вам нравлюсь? Ну и тогда и они, мне кажется, выглядят так же. Завершился смотр торжественным прохождением с площади Куйбышева прямо к месту несения службы. Олег Зверев, Константин Головин, «События».